Всем доброго времени суток. Приветствую вас, ребята и девчата, на канале Татьянин Дом. Сегодня у нас воскресенье, 21 июля. У нас всю ночь шел дождь, наконец-то такая прохлада, знаете. Очень приятно. Приятно и так свежо. Так свежо, так хорошо. Сегодня сходила с утра, уже проснулась очень рано. Ну, выспалась, естественно, вчера устала. Ноги отекшие были, вообще страшный суд у меня. И сегодня очень рано встала. Я уже сходила, собрала огурцы, опустила в подвал. Собираю их, чтобы, ну, потом их замариновать. Вот. Подвязала там огурцы, потому что попадали что-то листья вот здесь. Листья намокли от дождя. Ой, как палка прогнулась. Смотрите. Видите, как палка прогнулась. Надо ее заменить. Ничего себе, я только сейчас увидела, что она прогнулась. Ну, под этими, под огурцами, как бы она не лопнула. Видите, как она провисла себе. Ничего себе. Тоненькая, наверное. Надо толстую пришпандорить туда. Поверх вот этой еще и толстую пришпандорить. Вот, не забыть. Хотя там, по-моему, доска тонкая. Не смогла я найти такую палку. Ну, эту большую, видать, доску повесила. А она вот так прогнулась. Ничего себе. Ну, короче, мне осталось вот эту часть морковки проредить. А там все проредило. Ну, не успела, потому что вчера уже комары меня съели. Вот, ирга почернела. Посмотрите, надо иргу собирать. И там немножко красной смородины. А так сад, все хорошо саду. Смотрите, лезет у меня с корня. Вот этот листик принялся, но он жухнет. И потом, когда покоричневеет полностью, я его вот так вот обрежу. И с корешка пойдет новый. Этот так и сидит что-то, думает. Уже год сидит, думает. Ну, наверное, думает, картошенка, наверное, нарастает, потом с картошенки пойдет. Я его так периодически рыхлю. А этот с корешка пошел, вот видите. Эти позакрывала, ничего, сегодня проковыряла все, и ничего не ползет. Вот единственное, вот здесь вот беленькое, но мне пришлось перевернуть картофелину, может быть, поползет. А так пусть сидит. Этот так и растет палкой. Раньше было две палки, теперь одна палка. И знаете, что я делаю? Ой, аппликатор надо положить снова, потому что спинки как-то некомфортно. Ну и еще и под шею. Вот я под спинку кладу вот так вот и под шею. Вчера смотрела канал, вот этот Виталик и Ангелина, я на них подписана. Они купили тоже два аппликатора. Я посмотрела, один двойной, как бы с одной стороны и с другой стороны, а другой одинарный. Вот. И они валиком его закрутили что-то. Так я уже спать пошла вчера, уже не досмотрела. Ну вот, смотрите, продолжаются пятые сутки переборки смородины. Я уже красную перебрала, помыла и заморозила. Не взбивала, а так ягодами заморозила. А здесь я вон, вот столько было доверху, я столько съела. Она вкусная, обожаю черную смородину. Вот еще вишенка попалась, видите, одна. Вишенки вообще в этом году, можно сказать, практически не было. Там было 10 штук, и я их съела. Год не вишневый, зато год черной смородины. Вот столько собрала. Это 3 литра вот здесь. Вот начала я ее перебирать. Я ее вот так, вот эти хвостики убираю, а потом помою и также заморожу. И будет для пирогов вообще хорошо. И несколько баночек я взобью, вот, которая вот здесь на кусту. Вот здесь за сливой сразу куст огромный, который полностью весь в смородине. Но я попозже оденусь, потому что комары просто грызут, загрызают, съедают. Просто жесть какая-то. И я попозже схожу, оденусь и попробую, ну, если не будет дождя, конечно, попробую обобрать этот куст. Ну и смотрите, как шикарно цветет у меня
Вот это рыжая саранка, видите? Которые я семена собирала. Вот кто с Иркутска, напишите, хотите ли вы такую лилию. Такая рыжая. Она, конечно, падает, насевается. И вот так шикарно-шикарно цветет, красиво. Калина, естественно, подросла. На ней собираются ягодки. Вообще, будет шикарно просто. Я насушу их и заморожу. И с калиной очень вкусный компот. И замороженная она очень вкусная. Кушать. Ну, а так сад, видите, как хорошо все полило. Все хорошо поливает дождиком. Сад просто воспрял, так сказать, после двухнедельной жары. Ну, дождик, конечно, шел, но жарко было все равно. Но сегодня такой день, 21 июля. Во-первых, день металлурга. Поздравляю тех, кто металлуржцы. День женского счастья. Всех женщин поздравляю с днем женского счастья. И международный день торта. Ну, это то, что я запомнила, так сказать. Вот. И сегодня такой день, что нельзя мыть полы, нельзя купаться. Сегодня по народному календарю должен идти дождь, но как должен, так идет. С утра он уже шел. Ну и на весь день стоит дождь, тоже дождливая погода. Ну и я вот перебираю ягоду и вот и смотрю видео. Виталик Насибуллин. Насибуллин и Виталик и Ангелина тоже. Вот они двери здесь поставили. Ну, такие двери прикольные. Вот, поэтому так буду дальше все это делать. Всем доброго утра, дорогие друзья. Приветствую вас на своем канале Татьянин Дом. Сегодня у нас 22 июля 2024 года, понедельник. День начинается у нас. Очень хорошо день начинается. Проснулись, потянулись, сбоку на бок повернулись и проснулись. У нас всю ночь шел дождь. Я вчера рассадила свеклу. Там покажу потом. Днем, может быть, выйду. Покажу, какую плантацию рассадила я свеклы. Ну, потому что густо посеяла, хотя вроде бы сеяла, старалась друг от друга, чтобы 5 сантиметров было, но вчера я много, конечно, это проредила грядку, и у меня получилось две больших и две маленьких, ну, совсем грядочки получились, вот, было куда уже... Уже до первой звезды я ее рассаживала. Ну, сад вот так, такой большой, вот такие огромные кабачки там. И тыквы растут, уже тыковки завязались. Кабачков много тоже завязалось. Вот так туда не пройти, потому что дождь шел всю ночь. Ну и утром еще капает, это хорошо. Будет все расти. Все будет расти хорошо. Ну так уже в основном все сделано. Еще проредить мне надо морковку там, потому что все силы было бросила на ягоду, на сбор урожая, так сказать. Вот. И смородину я немножко еще оставила красную. Вчера собрала красную смородину немножко. И гороха там собрала немножко тоже. И все ушла в свеклу. Свеклу прореживать. А потом я ее почти до самой первой звезды я ее рассаживала. Очень долго устала. Вообще ноги крындец как устали. Ну, потому что присядку все. Вот еще там выдергивала сорную траву. Вытаскивала целую кучу яиц этих муравьиных. Очень много они сейчас как раз это... размножаются, и понаоткладывали яйца, сохраняют их маленьких очень-очень много. Здесь клубники тоже вытащила, ведра 4 их. Вот такие дела. Сейчас у меня зацветают лилии, вот такие вишневые. Вот они, видите, какие красивые.
Красивые будут, они такие темно-вишневого цвета. Думала, зацветает кактус у меня. Но нет, не зацветает. Выбил какую-то желтую штучку вот здесь вот. Не знаю, что это такое. Уже долго так сидит. Месяц, наверное, сидит. Вот, поэтому. Доброе утро всем. А я что делаю? Я на обед делаю стажки мясные. То есть здесь у меня фарш домашний, говядина, свинина 50 на 50. Одно яйцо, соль, перец по вкусу, хмель и цунель немножко добавила. Яйцо одно и добавила, чесночок, большая долька. И добавила, вот, натерла две свежих картофелины. Вот делаю вот такие стажочки на обед. И сейчас, если успею, 7:30 до 8:30 испеку творожный пирог. Поэтому все делаю в тендерварс, снимать не буду. Потом уже сниму, как поделаю, что получилось. Не переключайтесь. Всем хорошего дня. С 0,5 кило фарша у меня вот столько получилось. Стажков. Еще бы, конечно, немножко. И было бы еще 2. Ну, а так получилось 13 штучек. Нормально. И ставлю духовочку, немножко сбрызну растительным маслом и ставлю в духовку, нагретую до 220 градусов. Здесь 250, я сейчас убавлю до 250 градусов духовку минут на 20-30. Минут на 20, и так вот запекаться. И делаю пирог творожный. Здесь творог, 3 яйца, 150 грамм сахара. И где-то грамм 100 сметаны. Делаю такую начиночку. И буду делать крошку для теста. Забыл сказать, еще пачка творога. Пачка творога, 100 грамм сметаны, 3 яйца, 150 грамм сахара. Щепотка соли. И немножко ванилина, ванильного сахара. Ничего не забыла. Сахар, 3 яйца, 100 грамм сметаны, пачка творога, чуть-чуть соли, ванилин. Все, это начинка. Творог, сметана, яйца, сахар. Вот такое основу теста я сделала. Маргарин, 220 градусов. Для выпечки, или можно сливочное масло, 600 грамм муки, 150 грамм сахара, немножко ванилина и чуть-чуть соли. И вот такая крошка: маргарин, сахар, мука, ванильный сахар и чуть-чуть соли. И сейчас буду выкладывать форму, застеленную пергаментом. Ничем смазывать не надо. Потом начинку наверх. Сверху снова крошка. И поставлю запекаться нагретую духовку до 200 градусов. Минут на 20-30 до золотистого цвета. Ягода у меня замороженная. Вот так получилось. Черная, красная смородина. Вот то, что я замораживала. Ягода. Черную я уже убрала. Красная вот. Но она хорошо уже схватилась. Хорошо схватилась. Я замораживала ее позавчера. Вот она хорошо так отколупывается. И будет вкусный пирог. Красной и черной смородиной творожный. Все, я засыпала вторым слоем. Аккуратненько надо разровнять все по поверхности. Хотя можно и так оставить. Потом хорошо такими волнами он запечется. И вот так вот все аккуратненько все сделать. И ставлю в духовочку. Стажки мои уже готовы. Вот так запеклись. Пирог я поставила в духовочку. 200 градусов духовочку нагрела. И поставила кастрюльку. Буду варить спагетти. Такие дела. Яички надо еще на завтрак сварить. Все.
ходила, вынесла мусор и сорвала вот такой вот первый цукешу. Такого первого, этот кабачок. Положим в холодильник. И вот я еще огурчиков сорвала. 3 штуки, вот 2 зазудьки. Один дала на обед. Один помидорчик сорвала, вот дала дочке. Вот такой он в тепличке. Там много таких, но я их оставила, чтобы они краснели, потому что этот был упал. И вот на парничке на одном вот такие 2 сорвала. Эти я отнесу в подвал, чтобы потом закрывать. Знаете, хочу сказать, что паштет я вчера, позавчера, когда купила вот такой очень вкусный русском паштет из курицы, кушала тут на завтрак. Он очень вкусный, куриный. Вот я почти всю банку съела. Поэтому, если вы увидите где-то вот такой паштет русском, обязательно купите. Он с курицей был и был с гиндейкой. Вот такой вкусненький. Так, где огурцы? Куда дела? Огурцы, вот они. Отнесу в подвал. Да, персик? И сходим в сад, покажем сад, какой у нас после дождика. Возьмем ключик. Я только пришла, мусор вынесла. Пойду схожу в сад. Причесон, конечно, оставляет желать лучшего. Иду в подвал с 2 огурцами. Лампочку не стала включать. Темно здесь. Вот видите, у меня там варенье лежит в ящичках, накрыло мешочками. Один мешочек большой. Здесь капуста еще стоит. И крышку открыла. Ой, чтобы он проветривался. Мне надо будет обработать еще вот этот потолок сыра. Картошка все-таки хранилась. Обработаю от плесени. И хочу его морилкой пройти. Куплю морилку, он подсохнет. Морилкой пройти его. Потолочек вот здесь. Балку вот эту. И потом только я начну делать эти. Только начну потом делать полки. Вот у меня пакетик. Уже паутина у меня. Пакетик. И здесь вот огурчики, я их сгрызла. Вырезала водичкой, чтобы они не завяли. Не видно. Вот столько огурчиков. Видно, не видно. Свет оттуда падает, вот отсюда свет падает. Все огурчики вот видно маленечко. Поэтому я снова их уберу. Ну и вот так на гвоздике, на стене в пакетике висят. Насобираю, потом закрою. Вот капусточка у меня стоит. Еще 3 трехлитровых и 1 двухлитровая баночка. Здесь в уголочке прохладно, хорошо им. А так не сильно, и тут и жарко. Ну, я вот полки хочу сделать вот на вот эту стену. Вот получается на вот эту стену от угла и до палки. Потому что туда не получится. Ну, снизу получится. Я сделаю 3 штуки таких этих прямоугольника, один сюда пришпандорю в угол, другой сюда посередине и вот третий туда. То есть внизу будут полки ровные от угла до угла, а здесь даже не ровные, не получится так. Ну, получится вот отсюда вот до балки и от балки потом туда. Вот. Что-нибудь намудрю. И да, здесь как бы вот сделать, и потом вот от этой стены сделать полки вот сюда, также вот здесь балка, и вот здесь вот, и я сделаю и с этой стороны также полочки, вот здесь лестница, а здесь уже вот здесь будут мешки с картошкой стоять. Ну и вниз можно быть на ящики, вот такие в ящики. Ну, я, в принципе, в мешках храню морковку и
Свеколку мне в ящиках не нравится. Вот видите, в углу плесень. Надо будет помыть все и обработать. Вот. Ну, вот так нормальненько все. Досочки. Здесь я накрывала вот таким вот. Накрывала здесь. Здесь у меня было так. Ну, и я хочу морилкой все пройтись, чтобы оно не гнило. Здесь все-таки зимой влажность. Нет, зимой сухо, зимой влажности нету. Она сейчас влажность. На улице тепло, а здесь прохладно, хорошо. Ну, пойдем выходите, пойдем в сад, я вам покажу. Вот так красиво зацвела спырея. Смотрите, какая красота розовая. Когда она у меня будет шапкой, ну все, вот хотя бы пышным кустом. Ее этот муравьи съедают. Видите, какая она. Такая. Не такая, как там, возле морковь, возле лука. Вот веточка загнулась, упала. Под солнышки тоже. Здесь укропчик зонтиками. Всегда насевается здесь. Видать, от семян насевается. Под солнышки будет два цвести. Даже не два, три. Раз, два, три. Три под солнышко там. Там тоже один маленький, один большой. И вот тоже три. Оставим открытую дверь. Такой сад под дождем. Маленький-маленький дождик идет. Маленький-маленький. Идет. Вот еще хотела гладиолусы подкормить. Добрая сила для луковичных. Стимулирует яркое обильное цветение. Все, руки не доходят. Так и стоит здесь. Ну, пойдем в сад сходим. Ой, захотела показать. Сейчас ни солнышка нету, посмотрите, какая красота. Розовый этот и белый. Розовый и белый. Этот, как он, душистый табак. Красивенький такой. А вот смотрите, какой вьюнок. Сейчас утром он хорошенький такой стоит, а потом он уже закрывается, видите, закрывается. И цветочки падают, засыхают. Засохшие такие вот. Этот уже перецветает, а этот вот только зацвел. Видите, какой красивенький. Красивенький. Я вот смотрите, какое у меня что-то. Как по листикам определить, что это такое? Смотрите. Как вы думаете, это с вишни выросла? Видите, погрызла гусеницу. Это вишня или это яблоня? Я садила так-то яблоню молдавскую. Семечки садила. И когда-то давным-давно были вишневые косточки. Ну, мне кажется, это же яблоня, да? Похоже же на яблоневые эти листики. Потому что в какой-то год у меня здесь две вербы выросло. Я их... Сидели они у меня в саду. Я думала, что одна яблоня, вторая вишня. В итоге я их выкинула туда на пустырь. Пересадила на пустырь, а на пустыре они погибли. Одна и вторая. Петля, скорее всего, напала на одну и вторую. Вот я накрыла таким колпаком, чтобы гусеница не ела. Вот. Гусеница не ест его, видите? Вот под колпаком растет. Но надо пересаживать, оно уже большенькое. Хочу пересадить там, где черная смородина и красная смородина. Но там пока свекла сидит, поэтому не пересадить. Красивенько вот цветет и помейка. Надо ниточку пустить, вот, чтобы вот сюда пустить. Она будет плестись, тогда она будет мешаться. И вот эти плетутся. Ой, их тоже что-то жрет. Все листики вон в дырку. Бложки, бложки, бложки. Здесь у меня в этом году все белое. Лилии белые. Насыпалось уже. Лилии белые. Астры белые. Вот смотрите, какая красота хоста. Как расцвела. Видите, какие колокольчики? Красивые, да? Они не пахнут, без запаха. Вот так цветут. Так распускаются все-все-все. Такой пышный куст. Ой, ну что. Надо противоаллергенное что-то выпить.
Ну чисто смотрите, какой шикарный куст, да? Смотрите, вот что-то сожрало лист. Видите? Ага. Явно гусеница. Смотрите, пол листа нету. Больше некому. Больше некому. Теперь уже принялись охосту жрать. Ой, капец, конечно. Я хочу по осени все-таки ее как-нибудь располовинить. Или выкопать ее, вообще отсюда убрать. Но мне кажется, ей хорошо здесь. Хорошо, шикарно. Вот тоже белые астры, видите? Астры белые, астры фиолетовые. Астра вот такая, веерная. Красиво вот так расцветает. Вот львиный зев собирается цвести, розовый. Или красный. Весь собачки. Какой он вырос, хорошенький. Лилия, вот это не знаю. Должна быть вишневая. Но какая она выйдет, не знаю. Может переопылиться от астры. Будет какой-нибудь другой совершенно цвет. Это астра почему-то. Это астра? Или, нет, это хризантема многолетняя. Вот она почему-то не цветет. Она вот так стоит и все. Уже второй или третий год она вот так стоит. И не цветет. Она белая невеста. Астра белая невеста. А лилия, смотрите, пошла с корня. Я ее пересадила. Она пошла с корня. Вот, пускала, пускает деточек. Дождиком побила. Лепестки. Тут они все такие желтенькие. Ирис перецвел. Здесь такой стоит некрасивый. У него должны быть эти семенные коробочки. Вот, нет, нету. Она что-то какая-то. Нету семенных коробочек вообще в этом году почему-то. Может, еще рано. Но должны были выпустить семенные коробочки на том месте, где было соцветие. Но почему-то нету. Белая астра. О, листья что-то жрет. Закручивалась. О, здесь, смотрите, какая белая будет цвести эта лаватера. Интересно, а вот это и вот это какого цвета? Непонятно. Тоже астра. Здесь я не знаю, что это такое. Вот лен, похоже на лен. На голубой, да? Лен или не лен, или что это будет цвести? Матиола цветет. Вот, а здесь вот вечерница, вот эта розовая. Вот это не могу понять, что это черемуха, что ли? Блин, сейчас чихну. Ой, будьте здоровы. Будьте здоровы, Татьяна Анатольевна. Вот похоже на черемуху, да? Откуда она взялась? Черемуха, это непонятно. Откуда? Или это вишня? Короче, непонятки какие-то. У меня что-то растет, непонятно. Я вроде бы не садила черемуху. Откуда она взялась, я не знаю. Просто какой-то крындец. Да что же я расчихалась? Ой. Да что ж такое? Ой, здесь тоже астра веерная. И астра вот такая фиолетосиреневая. Что-то в нос попало, блин, чихаю, чихаю. Так, вот смотрите здесь, какая. Видите, вот это вот цвет был вишневый. Она была вишневая, такая вот бордового цвета. Но она вон, смотрите, какая. Переопылилась, что ли, она от дельфиниума фиолетового, синего, сине-фиолетового стала вот такого цвета. Сейчас, подождите секунду. Вот такого симпатичного цвета. Красивая. Это будет вишневая, наверное.